Сегодня у нас 11 июля 2019 год. Вот тут Игнатий Иванович очищает территорию от лопухов. Он подрезал вчера вечером уже. Вот, а сегодня уже ребятишек позвал на помощь. Вот приехали трое с Владимиром Юрьевичем с Урала, города Рижа. Сейчас сегодня уже участвуют в работе. Во-первых, ни на какую дурость не будет тянуть. А во-вторых, силы будут прибавляться. Навыки приобретают в работе. О, он не боится даже крапивы, смотри. Давай. О, молодец. Идите сюда, собирай лопух. Иду. Ты его и так много еще. Вот такие в кубы складываем. Все очень он удобно. Ногой очень сильно. Ну, ничего страшного. И вот это мы подправили. Он как-то так, как копна был. Когда... Я вилы одетые у себя нашел. Вот они стоят. У тебя же сколько вил было? Женя, и вон там сверху, смотри. Нет, вот эти лопухи, лопухи сначала возьми. О, ребятишки лестики таскают. Так нет, ты по одному подавай. А, давай. Он для вас складывает, да? Ну, он для меня. Не приучается работать. Второй день уже как приехали. Ну-ка подавай сам. Пусть он мне подаст. Угу. Сейчас ребятишки. Вот давай. Вот так, скажи, ну-ка подавай. Ну-ка подавай. О, молодец такой. Замечательные ребята. Листики носят. Вот эти собрать надо все. А теперь тут приедут, косить будут. Все, мы убрали сами для себя. Ну вот этот, а наш участок. А? Вот этот наш участок. Ну тоже можно выкосить. Выкосишь, положим сюда. Вот это вот и все. Вот лежит крапива, которая с корнем выдрана. Если там нету у тебя, Егор, то сюда подходи. Тут есть. Ну собирай. Ну, под ногами. Достать для тебя, я упаду. Ой-ой-ой. О, о, о. Полкилограмма. Дети должны знать, как корол держит, откуда молоко. Ты поджерь, залезь. Они у нас тут быки разворачивали, мы загородили дяди Вова. А то, Егор, подай, подай Игнатьевну еще. Под жерть залез вместе с этим и подай ему. Ты парень крепкий, так что ты можешь подавать. Так, сейчас я слезу, а ребятишек сюда пошлем топтать. Они у меня топтать будут. Я уже все свое дело сделал. Так, ну идите сюда, помогай. Давай. Это не с радостью. А можно мне? Ну еще, Егорушка, давай. Залазь, Егор, иди. Прыгайте. Смотрите, как работники мои. Ой, козлики, не упадите только. Козлик, не падай. Иди на батуте попрыгайте. Сейчас, подожди, я брошу. Давай. Батут. Подождите.
подожди, сейчас, еще сейчас туда. Ну давай. Сейчас, ну-ка отойдите. Отойдите. О, топчите. Все, иди за вас. Вот ты здорово получается у них так. Давай. Так, сейчас будет. Надо это лезть потом. Давай. Ну это что, смотри, совсем так оттолкнулся. Ну-ка. Вот со всей силой, так прыгай, дочь. Опа! Вот пошла рыба. Эксплуатация детского труда. Они молоко едят, все, приехали. А откуда брать-то? Вот тут берем. Прыгайте, прыгайте. Везет вам, прыгаете. Как на бакуте? Да. Ну, тут пожестче, конечно. У нас одна девочка с той общины повредилась на батуте. Спину себе повредила. Ну да, это может такое быть, конечно. Как-то так упало, что? Нам надо яму заделать этой крапивой. Это дело такое, да. Травмы могут быть. Давайте все, закладывайте. Лес еще надо. А я детство вспоминаю, мы ходили на силосные ямы и там кувыркались тоже на силосных ямах там у нас в деревне. В советское время это распространено было. Правда, запах такой шел, конечно, но зато мягко было. В Вологодской области мы тоже в деревне помогали. Ага. Ой, еще вот яма. Все, хватит, хватит, стоп. Все, хватит, хватит, заделай. Теперь надо здесь посадить чуть-чуть. Мяу-мяу. Ай, больно. Что сейчас сделаем? Я хочу. Вот здесь, вот здесь. Я! Давай. О! О! Вот, у меня уже здесь болит. На-на-на. Получил горячие. Берегись! Давайте на меня! Будем прыгать, будем прыгать! Папа, ты меня! Егор, берегись! А это лопух! А это крапива! Это рапух. Это не опасный рапух. А это лопух с крапивой. А это крапивой. Ну вот так вот, с Божьей помощью. Трудятся. Ну считай, все. Спасибо, Христос, папа. Потом доски надо сейчас вынести. Угу. Ну, ребятки, сластик там. Я отсюда выкидываю, оставлю от доски. Не прыгать. Сластик? Вот аккуратненько вот так вот спускайтесь. На живот повернись или так. Не прыгать только. Илина, или садись. Садись, спускайся. Не надо прыгать никуда. Вот так. Опускайся вниз. Вот сюда вот. Вот так. Вот. Вот сюда вот подойди, от столба подальше. Повернись на живот. На живот ложись. О! Спускай ножки. Вот и все. Во, видал, как надо? Так, поворачивайся. Ну я уже. Во!
Там еще доски нет? Ну, пошли. Все, пошли. Так, я беру вилы, у тебя оставляю. Главное-то здесь сарай. А лопату? А где лопата? Да вон, вон она стоит. А, заберут. Да я возьму лопату. Видите, что дело? Тут еще репей есть, я бы пошел. Вилы отнесите туда. Хорошо. Не балуйте. Дядя, положи в сарай. А я пройду туда дальше, вон там репей остался еще. Угу. Все. Слава Христу.